Матч Челси и Ман-Сити – лучшее, что могло бы случиться с нами в субботу 30 сентября. Как пройдет битва лидеров АПЛ, мы не знаем. Поэтому нам поможет новая FIFA. Да, мы настолько классные, что у нас уже есть новая FIFA. Перед самым матчем отвалился Агуэро. Божила атак Сити попал в ДТП и сломал ребро. Поэтому вместо него рвать Челси пошел Стерлинг. Вел он себя странно, но внезапно стал автором ассиста на Сильву, который в FIFA почему-то волосат. Челси побежал отыгрываться и исполнил Спартак. Стерлинг минут 40 подбегал к воротам и прицеливался в угол, пока Куртуа стоял и смотрел. Просто мы забыли включить мировой класс. Возможно, именно поэтому тотал больше 2,5 случился еще в первом тайме. Это Азар убежал 1-1 и почему-то забил. Во втором тайме команды продолжили чудить. Давид Луис организовал атаку Сити. Потом Азар зачем-то побежал атаковать угловой флажок. А потом Педро испортил странную комбинашку у чужих ворот своим ударом. На последних минутах Челси мог отыграться, но Педро превратил перспективную атаку в угловой. А потом Марата пробил в руки какого-то танкиста, который служит в Сити вратарем. В общем, Сити победил даже без Агуэро. Похоже, вы теперь знаете, кто в этой паре фаворит.